Красноярске началось голосование за лучшие названия набережных. Зимой горожане предлагали довольно оригинальные варианты, например, стрит-опера и набережная имени Илона Маска. Были предложения даже дать берегам парные имена – Чук и Гек, Петр и Феврония. В мэрии остановились на более стандартных вариантах. Их вы сейчас видите на экране. Проголосовать можно на сайте городской администрации до 12 апреля. Как отличить настоящую купюру от фальшивки, напомнили краевые полицейские. В первую очередь нужно обратить внимание на структуру бумаги. Купюра должна быть перфорирована и иметь защитную металлическую полоску, которая переливается на свету. Нередко мошенники расплачиваются билетами банка приколов. Такие деньги распознать проще всего по соответствующей надписи. Если с вами попытались рассчитаться с фальшивкой, немедленно звоните в полицию. Пьяный, да еще и с ребенком, который пристегнут неправильно. Ачинские инспекторы задержали на дороге водителя под градусом. Алкотестер показал 0,39 промилле, что в два раза больше нормы. На заднем сидении мужчина вез 5-летнего ребенка. Из удерживающих устройств на нем был только треугольник, хотя по правилам малыш должен был сидеть в кресле. Кем он приходится нарушителю, в полиции не уточнили. В итоге машину отправили на штрафстоянку, а водителю теперь грозит лишение прав и штраф 30 тысяч рублей. В Норильске снова сняли песца, который вышел к людям за вкусняшками. Чтобы привлечь к себе внимание, зверек сначала попытался украсть варежку, но когда увидел еду около домика, поспешил за лакомством и скрылся, как только получил желаемое. Напомню, этой зимой в Норильске просто нашествие песцов, которые каждый раз ведут себя довольно забавно и местами даже умилительно.